Всем привет! Сегодня мы с вами продолжим играть в Мобота. Будем выполнять третий шаг. В общем, я тут потрейдился, так сказать, попродавал. Продавал инвентарь. У меня осталось вот столько. Стопэ. Вот, кстати, друзья, подпишитесь вот на этот канал. Он также выкладывает мои видео в этот канал. Гайды. То есть вот все вот эти шаги. Можете. Вот так он называется. И вот. Тут есть ссылки две. На мой первый. Кстати, друзья, огромное вам спасибо за 74 подписчика, потому что просто сразу прям вообще какая-то жесткая активность у меня пошла на канале. Было где-то, я не помню, 66 где-то подписчиков, сейчас уже 74. Я даже, друзья, сам заметил. И огромное вам спасибо, то, что вы подписываетесь реально на канал, смотрите мои видео. И, в общем, давайте продолжим. Так. В общем, мы должны сейчас нафармить каким-то чудом 30 тысяч. Но мы это можем взять, если нам, конечно, выпадет скин. Можем посмотреть, что нам выпало. Холистат. Да что за... Холи... Как это пишется? Нам баб... Мне, короче, друзья, выпала бабочка в прошлый раз, когда я до записи. Это было, не знаю, где-то год назад. Я просто деньги перекинул. Ну, в общем, у меня поэтому удача, наверное, и пропала. И вот что мне выпало за все это время. Текс. Кстати, у нас также уже я скрафтил милкшейки для того, чтобы не бомжевать. Потому что жить нам надо. Молоко нужно. И, кстати, таск мы тоже выполним. Ура! Первый таск выполнен. Могу поздравить нас. А, у меня есть такой. Так. Нас получил. Зачем ему снова мук? 74. То есть мы можем посмотреть. У нас есть еще ножницы. Кстати, может, мы с леса уже вернулись. Блин, 52 минуты. Так, я подальше микрофончик-то двину. А то прям, наверное, слышно, как я в него прям дышу. Так. Я пока что, друзья, за кадром подумаю, что нам делать, как там апнуть 3000. 30 тысяч. Короче, друзья, я вспомнил то, что я, когда начинал со своего первого аккаунта играть, то как бы я там... Родился на говне, чисто продавал одно говно за 10. Это капец был угар. Но сейчас у меня нету, как видите. А есть у меня? Откуда у меня одно? Ну, давайте посмотрим, что красится из говна. Видимо, крафтятся пончики, мороженое, все наше самое любимое. Ищем. Вот шоколад, пончик, молоко плюс. Ну, молоко плюс оно. Конечно, нужно 5 говна. Для этого нам надо крафтить дерьмосок, который крафтится из молока, который мы можем добыть при помощи молока плюс. 5 мухоморов. Было бы прикольно, если бы мы еще могли какие-то аксессуары крафтить, а не только еду. Просто разнообразие в игре должно быть. Допустим, зонт. Добавили бы железо там. Который можно находить в шахтах. Нет, уже Майнкрафт пошел. Короче, холодок.
Холодок тоже для тасков нужен. Мед. Нам нужно, наверное, пончики тоже для тасков. А, вы же не видите, как я пальцем вожу, выделяю, что нам нужно. Хотя там есть вот такая штука. Да, работает. Допустим, вот пончик. Эта штука. Эта штука. Не знаю, зачем-то дыхание задержал. Милкшейки, друзья, обязательно крафтите из клубники. Потому что, если у вас нет нормальной еды, то милкшейки. Вообще, так, платиктика. Друзья, а вы знали то, что раньше... Короче. Можно было в магазине покупать милкшейки. Только я их что-то сейчас не наблюдаю. Только хотел сказать, что давайте купим милкшейков. Блин, они покупаются у нас только в магазине. Давайте, кстати, холибукс откроем. Отлично, шикарно. Шикарно. Прям вот машина. Ой, еще один сырочек купили. Молодцы, бусинки. Сыр пошел прям. Так, нам не хватает. Так, 4 холибокса. Давайте открываем их. Клубничка на холибоксы. Ой, на холис... Да какой? Короче. О, крест! Блин. Еще один холибокс выпал. И ничего. Обновляем инвентарь. Но она выпала. У нас же как бы есть 3 кристалла. Вообще, кристаллы я вам советую тратить только на ультрабоксы, потому что курятник лучше не заводите. Вам придется постоянно задротить, чтобы куры не сдохли. Если они сдохнут, вам их надо будет либо покупать у кого-то, либо самим отлавливать в лесу. Ну, лучше самим, конечно. Потому что тратить деньги за это, они еще дорогие очень. Так. Один с клубнички. Ну, давайте. А чего у нас там? Крафтится милкшейки. Я прям напрягся что-то. Набери, Катюша. Говняшечка. А у нас говна нету. Поэтому что, правильно, мы продаем клубнику. Сколько у нас клубники? По 40 будем продавать. Нишка 11. Так, 4, 44. То есть еще один холибокс. Но мы в итоге, если так дело пойдет, мы обанкротимся. А, не, нормально. Но у нас грибов. Мухомор. Продаем, продаем. Мухомор. 9 на 25. Так. 5 в 9. Так, 5 4 в уме. Двести 20 где-то должно выйти. Короче, давайте на калькуляторе умножим. Так, давайте калькуляторик открываем. Наш солнышко 25 на 11. Что у нас там? Ой, на 9 на 25. Да, я каким-то дебилом кажусь.
Не, я правильно все посчитал. 225, просто я удивлен, что так мало. Мы сейчас так весь инвентарь продадим, пока нам не повезет, блин. Холи супы, они нам нужны, чтобы как бы лечиться, если мы замерзнем. Ну, хотя бы два должно быть, как минимум. Берег, ну, крутой. Давайте на этом пока что закончим. Я, короче, просто перекину бабки, а то это просто какой-то ад. Нам нужно будет... Друзья, вам, наверное, 100% должно повезти на бабочку, потому что мне она уже как бы выпала, и шансы понизились. Ну, или скин какой-нибудь. И вот на бабочках вот так вот делайте, потому что как бы я вам показываю, мне надо быстренько сейчас все серии заснять. Я не хочу прям долго томить. Давайте на этом закончим. Давайте, друзья, всем пока.